Значит, кое-что тут перелопатил. Снял я контроллер отсюда вообще, завел вниз провода, сделал все более компактно. Значит, теперь у меня контроллер горизонтального размещения, диоды, уже нормальные клемники. Использовал старый автоматик просто как включатель, то бишь отключаю солнечные панели или отключаю зарядку на аккумулятор от панели. Ну, обычно оба два опускаю. Значит, сейчас все работает, сразу не сильно видно, снимает, не снимает. Вот. Значит, заряжается аккумулятор по проводу справа, шел вниз. Ну, висит инвертор, все подключено, все работает. То есть можно в любой момент ткнуть. Пошел у нас сигнал. И пошла работа. Вот. Стоит у меня тут контрольная лампа такая, как нагрузка. То есть в любой момент ее хлоп. Ага, автомат. Есть. Вот. На камеру мерцает. Показывает потребление в ваттах. Ну, вот так вот вроде как лучше видно. Значит, идет потребление. 40 ватт лампочка. Вот она горит у меня. Значит, включена. Работает инвертор. Вот, идет зарядка. Ну, тут остальное все чисто косметические ноу-хау. То есть вот беру, обрубаю. Значит, все это щелк-щелк. Обрубаем. Какое косметическое ноу-хау? Значит, вот это у меня все съемное. То есть вот эта панель отдельно. Она отдельная. То есть я могу брать инвертор полностью. Остается только вот этот верхний контроллер. Ну, как бы защита от вандалов. То есть аккумуляторы у меня заряжаются, остается верхняя панель. Тоже, кстати, съемная, быстро съемная. Вот, это я убираю, чтобы не сперли мое отсутствие. Сейчас покажу, как она снимается. Одной рукой просто снимать неудобно тут. Ну вот, я его снял. Остается у меня вот такой контроллер, который заряжает аккумулятор. По проводу пошел вниз. Вот. Это у меня просто, чтобы вилку куда-то вставить, чтобы не болталось. Еще закрепить надо. Ну вот. Единственное, что пока не открутил вот эти винты силовые. Сделал такую перемычку, чтобы никто из моего народа не заткнул. То есть эти клеммы никогда между собой не замкнешь. Надо, конечно, чтобы понадежнее все это сделать. Ну и отверстия у меня специально размещены широко, чтобы ну никак. Вот он лежит здесь, я его на бок свалил. То есть антивандальная система. Мое тоже ноу-хау. Повторяем, пользуемся. Ну вот, кстати, один из рекордов. Значит, суммарная. Клацаю, смотрим на табло. Вот, 18,5 ампер. Было около 20 рекорд. Долго не держим. Провода уже мягкие. Уже опять спаиваются. Надо их охладить немножко. В общем, все фурычит. Возвращаем в исходное. Пошла зарядка. Были скачки в районе 13 ампер. Значит, теперь у меня два аккумулятора. Стоит. Закрыл вот такой вот крышкой. Из ОСБ сбил из реек. Она съемная, то есть три винта, чтобы на клеммы никто ничего не успел, никакой сандовый инвентарь там, ключ, самокат, велосипед, все что угодно, обязательно кто-то что-то всунет. Клеммы закрыты, и как бы доступа толком там и нет. Очень маленький зазор, надо умудриться всунуть что-то. Вот, ну как-то так.
Ну вот окончательная версия. Значит, кто разбирается, какая здесь мощность сейчас? 2 225 кБ. Они у меня вот идут под беседкой там. 500 ампер мощности, поэтому шутить не стоит. Надел изоляцию наверх, минус с минусом параллельно, плюс с плюсом. Вот это у меня зарядка от контроллера идет. Добавил предохранитель еще один здесь. Вот. Для чего? На случай, если будет КЗ здесь. Потому что второй у меня стоит наверху. Если будет КЗ здесь, будет замыкание. Ну и поплавится, тут все загорится. Поэтому поставил сразу от аккумулятора еще один предохранитель. Значит, вот это окончательная версия. Наверх одевается у меня такой чехол. Вот он. Вот аккумуляторы. Вот чехол. На 3 шурупа, чтобы никто ничего не всунул. Но это я уже показывал, по-моему. Вот. Такая вот системка на данный момент. Значит, небольшой такой опыт. Решили моим на мультиварке сварить. Сейчас 24 минуты. Работает уже 16 минут. По паспорту потребления у него 800 ватт. Но жрет реально больше. Реально больше жрет. Жрет где-то 830. Сейчас и здесь проверим. Ну, 900 пишет на этом. 900 ватт. То есть реально больше, как всегда. Но уже работает 15 минут без остановки. Вольтаж не проседает. Потребление 830 ватт, согласно этому. То есть до киловатта без проблем идет зарядка.